Всем привет! Настало время годного контента на Ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня я снимаю такое видео, о котором, если честно, я даже не догадывалась, что буду его снимать. Потому что я считала, что эта рубрика уже морально устарела на моем канале, но, к сожалению или к счастью, одна из моих подружек, она, знаете, что сделала? Она случайно попала в историю к Ким Кардашьян, к Милли Бобби Браун, к Джиджи Хадид, к Белли Хадид. В общем, она попала, мне кажется, ко всем супер топовым селебрити в сторис. Если вы спросите, как это вышло, а я вам отвечу вот так. Значит, она сделала вот эту вот маску, которую, я уверена, вы все видели. Просто потому что избежать этой маски за последнюю неделю в Инстаграме просто было никак нереально. И сегодня при помощи этой маски я решила себе создать новый образ, новый макияж и новый аутфит. Что я буду делать? Я буду начинать элемент макияжа. Ну, предположим, у меня будет... Я не знаю, почему я взяла тушь, хочу сказать, брови для ресниц. Что? Я буду брать, к примеру, тени, включать вот эту вот масочку и смотреть, кто из знаменитостей мне выпадет. И в соответствии с тем, кто из знаменитостей мне выпадет, я буду гуглить картинку этой знаменитой личности и повторять элемент ее макияжа. Например, может быть, мне выпадет Ким Кардашьян и ее брови, и, соответственно, тогда я сделаю брови, как у Ким Кардашьян, глаза, как у Арианы Гранде, и, не знаю, губы, как у, например, Чонгука. Почему бы и нет? Но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал, тык, включай себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить, и обязательно приходи ко мне в Инстаграм и подписывайся на него, потому что для меня это очень важно. Сейчас я очень много работаю на твоем Инстаграм в том числе, и я очень-очень-очень-очень-очень стараюсь для вас, и хочу, чтобы вам понравилось в моем инсте, поэтому я вас там очень сильно жду. Что ж, а мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. На самом деле, мне кажется, что должно получиться достаточно интересно, потому что здесь есть полный элемент неожиданности, и в конечном итоге реально интересно, как мешанина из разных макияжей от разных популярных людей будет выглядеть на моем лице. И вообще, как вы думаете, кто чаще всего будет мне выпадать? Ну, типа, серьезно, может быть, у меня вообще сейчас одна Ариана Гранде будет выпадать, и мы тогда, получается, сделаем макияж Арианы Гранде. А может быть, у меня будет одна Ариана Гранде, а брови Ким Кардашьян. Я надеюсь, нет таких шиперов. Вы представляете, а если бы были шиперы Ким Арианы? Интересно, интересно, надо зайти на фитбук и посмотреть такие странные фанфики просто. С этого дня я главный шипер. Ари Ким или Кимари? Ладно, извините, я заговорилась. Сегодняшний макияж я хочу начать делать с бровей, поэтому давайте-ка посмотрим, чьи брови мне сегодня предстоит повторять. Опа-на, нам выпали брови Майли Сайрус. Собственно, что я сейчас буду делать? Я буду забивать в Google Майли Сайрус и буду искать просто ее фотографию, и первый попавшийся, который мне попадет, где будет отчетливо видно ее брови, я буду повторять. И нам очень сильно повезло, потому что именно такая картинка сразу мне и выпала. Кстати говоря, очень интересный выпал достаточно вариант, потому что брови такой формы я еще никогда себе не делала. Это выглядит очень необычно для меня, и мне кажется, достаточно должно получиться интересно. По крайней мере, мне кажется, что так именно должно быть. Совсем не похожая бровь на то, что я обычно себе рисую, потому что у Майли она имеет более закругленное начало, чем у меня. У меня оно достаточно такое ровное, прямое. И у нее вот бровь как будто здесь идет очень-очень широкая, а потом бац, и идет на спад, на сильное резкое сужение. И что самое, знаете, интересное, было достаточно нетрудно это рисовать. Так что прикольно, попробую сейчас повторить вторую и не зашквариться на этом моменте, но это не точно, потому что, скорее всего, я зашкварюсь, я к вам вернусь, подождите, повисите на линии. Мне кажется, получилось очень интересно, необычно, и мне было реально безумно очень любопытно посмотреть, как же в итоге будет смотреться на мне совершенно неизвестная для меня форма бровей. Следующим элементом я очень хочу протестировать и посмотреть, какой мне выпадет макияж век. Опа, Лана Дель Рей, офигеть! Вот кого-кого, я даже вообще не знала, что Лана здесь есть, но я уверена, что это будет просто эпически круто. Так, Лана Дель Рей. Угу. И вот сразу первая картинка, в принципе, здесь понятен макияж. И, кстати говоря, я сейчас обратила внимание, ее форма бровей реально похожа на то, что я нарисовала. То есть она похожа на форму бровей Майли Сайрус. Мне кажется, что должно получиться достаточно креативно и необычно для моего именно образа. Блин, тут еще и акцент на нижней реснице, я поняла, вызов просто принят. Окей, окей, окей. Палеточку только достану. Я решила выбрать вот эту вот палетку. Я ее еще ни разу не пробовала, мне заодно очень интересно протестировать, и мне кажется, что эта палетка просто, она вся в стиле Ланы Дель Рей, потому что здесь даже такие же цвета, нюдовые, приглушенные, и мне кажется, должно получиться прикольно. Затемнено немного верхнее веко, затемнено немного нижнее веко, где ресницы. В принципе, это повторить на раз, два, три. Теперь покажу вам маленькую хитрость, как сделать свои глаза более круглыми, если вам это вообще нужно. Мне, например, нравится, когда глаза выглядят более круглыми, мне это реально прям доставляет. Поэтому, чтобы это повторить, берем вот такой вот карандаш для бровей, если у вас, конечно, карандаш для бровей не светло-серого цвета, а любого другого.
и просто вот по границе ресниц чуть-чуть подрисовываете нужную вам форму. То есть самую малость корректируем. Так как у Ланы достаточно круглые глаза, то эта обводка должна быть тоже круглой. И сделать из моего глаза что-то более-более кругловидное. Шарообразное. Шарообразное – это рыба-шар. Знаете, почему появился этот хмурый вид? Потому что тебя дело за вот этим, за подводкой, и жрица-кривострелка, я не знаю, что это за бред, входит в бой. Я не знаю, какой бой, но она куда-то входит. И я не уверена даже в том, что я знаю, куда именно она входит. Это отстойно. I heard the summertime, summertime sadness. После того, как я нарисовала стрелки, самое, конечно же, время теперь нарисовать тушью ресницы, потому что иначе как-то вообще не круто. Причем я обратила внимание, у нее верхние ресницы, они недостаточно выражены, в отличие от нижних, поэтому акцент будет на нижние ресницы. И для этого я буду использовать один из моих любимых лайфхаков, о которых я расскажу вам позднее, потому что я уже сняла это видео с моими любимыми лайфхаками, то есть реально с лайфхаками, которые я использую, а не очередное видео из рубрики «Проверка лайфхаков», где я всякий неведомый бред проверяю из серии «А что, если растолочь пудру, смешать ее с помадой, сверху приправить хайлайтером, а потом еще туда плюнуть и нанести это на лицо. Получится ли у нас идеальная маска для увлажнения и питания кожи?» И теперь верхние ресницы прям совсем немного промакиваю тушью, но вот нижние прям хорошо сейчас обрисую. Нет, ну конечно, 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 под самый конец, когда я уже закончила, так я думаю, ну вот последний штрих сделаю, что вы думаете, я вляпалась, я просто взяла и вляпалась на нижнем веке, какой, блин, отстой, ну вот это что за отстой, это отстойнейший, отстойный, отстойный, отстой, это мое мнение, имею на него право, отстой. Предлагаю теперь поэкспериментировать с губами, поэтому... Майли Сайрус опять. Майли Сайрус, я не понимаю, это что такое? Почему вы снова ко мне пришли, женщина? Бра. Честно говоря, рассчитывала на кого-то типа Кайли Дженнер, потому что да, это было бы эпично, но Майли Сайрус, Майли Сайрус. Очевидно, будет неправильно выбрать ту же самую картинку, с которой мы уже делали брови, поэтому, ну, надо выбрать что-то новое. Поэтому Майли Сайрус, снова настало ваше время. О, господи, новости-то какие страстные, поцелуи на пляже. Лиам Хемсворт и Габриэлла Брукс. И зачем мне эта информация? Знакомство с родителями и поцелуи на пляже. Маски на лице и объятия. Зачем мне это, черт возьми, информация? Я хочу делать макияж, а не читать все это. Так, ну, собственно, первая фотка такая, вторая фотка, собственно, с товарищем, но нет, мы ее пропустим, и третья фотка, в принципе, это то же самое, поэтому красная помада. Черт, вот красная помада к этим стрелкам, и просто здравствуйте, винтажный эффект. Причем еще такая, достаточно очерченная красная помада, где там она? Ага, прям с карандашиком, со всеми делами, ну ладно, ладно. Есть небольшая хитрость, я думаю, вы обратили внимание на те странные движения, которые я сейчас делаю. При помощи такой техники у вас не будет очень сильно видна разница между контурингом ваших губ и между помадой. Просто сочетание всего того, что сейчас у меня на лице, с этими волосами, с этой одеждой, это выглядит очень странно. Но вы знаете, теперь нам остается дело за малым в макияже, потом приступим к одежде, потому что мне теперь интересно еще, какой образ нам выпадет. Итак, последний элемент, это, конечно же, всякие румяна, хайлайтер, контуринг, бейкинг, если это вообще будет, ну, у одного персонажа, который нам выпадет, поэтому сейчас все это вместе в одну кучу выбирай рандом. Опа, Джиджи Хадид. А вот тут я даже что-то сломалась. Я особо не помню, чтобы она какой-то лютый контуринг делала. Ну что ж, сейчас посмотрим. Если у нее веснушки выпадут на фотографии, то буду рисовать к этому ко всему безобразию веснушки. Господи, я выгляжу как какая-то просто паровозина. Хотела сказать немножко другое слово, но паровозина будет хорошей альтернативой. А если тебе 10 лет, ты не понимаешь, что тебе не надо. Ты еще недостаточно велика, чтобы знать такие плохие вещи от такой плохой тетки, как я. Так, картинки. Ага, вот и первая Джиджи. И здесь я не вижу ровным счетом просто ничего, кроме капли румян, которую она расположила себе здесь. Потому что это, блин, максимально естественный макияж. Ну, что сказать, именно такой максимально естественный макияж, это то, что не хватало нам прямо сейчас, прямо сюда. Возьму румяшки, возьму кисть для румяшек и просто вигарю сюда, сюда и сюда. Смотрите, магия. А, нет, зачем я это делаю? Я порчу свой ретро-макияж. Хотя, подождите, подождите, мне кажется, или оно вообще и не портится, а выглядит достаточно интересно. Блин!
Угар-угаром, я думала, сейчас будет просто полная дичатина. Дичатина, новое слово в копилку, плюс один просто. Но нет, это выглядит даже забавно. И да, оно выглядит так, как будто просто мне специально делали этот макияж, подбирали все так, пум. О-о-о-о, у меня весь зуб оказывается красный. Изменилось только сейчас. Возможно, я говорю уже с красным зубом достаточно долго, и тогда это... Ужасная тупость. Фак, я вляпалась помадацтой. Знаете, это очень неприятное ощущение трогать свои зубы. Я не знаю, как вы, но вот трогать зубы это очень неприятно. Я бы не смогла быть стоматологом, и скажите просто спасибо большое, что я им не являюсь. Некоторые люди, ну, вот они, им лучше, знаете, быть блогером, потому что хотя бы, наверное, не особо кому-то навредит. Если так подумать, то все опасно. Даже эти румяна могут быть опасны. Представляете, если взять эти румяна и скинуть с 45-го этажа, и они кому-то в голову прилетят. Они же убьют человека. Жизнь такая сложная, такая опасная. От нее умирают. Ладно, ладно, ладно. Я все поняла. Теперь дело за образом, потому что... Ну давай! Потому что нужно что-то поменять. И теперь я буду выбирать между BTS. Интересно, кто мне выпадет. Если мне опять выпадет Чимин, я не знаю просто, что будет. Я вам отвечаю. Я вот просто готова на что угодно, кроме Чимина. Потому что Чимин уже изрядно пострадал. Вспоминаю просто несчастного Чимина. Да ты издеваешься? Ты надо мной издеваешься? Да вы издеваетесь? Вы надо мной издеваетесь? Да вы издеваетесь? Блин, бедный Чимин просто. Нет, ну вы понимаете, это просто жесть. Почему меня преследует Чамин? Между прочим, уже чужой чей-то муж. Ладно. Давайте посмотрим аутфит Чимина. Если мне сейчас выпадет тот самый аутфит, о котором я думаю, просто цвет настроения кофты Чимина. A few moments. Что это за бред? Что это за бред? Вот, извините, я сделала вот так. Если вы не знаете, что такое цвет настроения кофты Чимина, то вам лучше не знать. И что мне делать? У меня нет такой одежды. У меня есть просто черный худак. Мне что, пойти просто на нем написать что-то или, может быть, налепить? Видео. Собственно, черный худак. Не думаю, что нам подойдет этот черный худак. Потому что здесь уже как бы есть рисунок и надписи. Но я почему-то такая, знаете, не растеряюсь. Поэтому не растеряюсь. Есть это слово не растеряюсь? Нет. Черт. В общем, я почему-то такая не растеряюсь. И, возможно, вы сказали только что себе в голове. Но ты же сказала, что этого слова не существует. Зачем ты снова его говоришь? Теперь существует. В общем, надо взять и будет сейчас и просто наизнанку надеть кофту. И будет у нас мерч за 60 тысяч рублей или за 160 тысяч рублей, я не знаю, сколько стоит эта штука. Несмотря на меня, на сумасшедшую, все нормально. Макияж у меня отличный. У меня отличный макияж. Напишите в комментарии. Черный худак есть. Внезапно с этим макияжем и с этим вот всем смотрится, ну, по шкале от 1 до 10, даже не на 1, а на... Дюи с лисунькой. Кофта, которая наизнанку. Ножницы обыкновенные. Карандашик. И paper, лист бумаги. Я не знаю, вдруг откуда у меня появился этот странный акцент. Берем лист бумаги, короче, и такие буквы делаем, чтобы потом вырезать их. Буква И. Буква Д, я не знаю, почему английская, но я просто креативная. Буква И еще одна есть, поэтому... А, нам еще одна понадобится. Ладно, у нас будут немного разные буквы. Ну, я не буду писать то самое слово, потому что еще мне предъявят за авторские права, поэтому я напишу другое словосочетание. Иди, например, и... Куй. Куй, пока горячо. Куй. И вот такой будет у нас и краткое, потому что иначе не получится. Иди и куй. Теперь я просто вырезаю. Урок труда подходит к концу. Хэштег «Иди и куй». Давайте, короче, с вами захватим социальные сети других людей. Извините меня, пожалуйста, заранее за это. Давайте будем писать рандомным людям хэштеги «иди и куй», чтобы они не понимали, что происходит. Но только никому не говорите, откуда этот бред пошел, чтобы если вас спросили, что за хрень, почему я должен куда-то идти и кувать, вы ничего не говорите. Просто хэштег «иди и куй». Сейчас вы увидите беспрецедентный случай. Как обычно, самая футболка, как обычно, самый худак из кропа станет чем-то просто крафтовым, авторским и вообще топ-контентом. Видите, как круто и крак... Здорово. А главное, как бюджетно. Достаточно взять обыкновенный скотч. Если вы думаете, что немного неряшливо, так задумано. Да, я отрываю скотч зубами. Я, в принципе, все, что можно отрывать, стараюсь отрывать зубами. А почему скотч на букву К, как буква Х? А в этом авторский замысел. Здесь все очень парадоксально. Крафтовая обновочка готова. Надеваю. Подождите, еще нужно здесь надеть. Теперь у товарища я тут еще вижу, что заправленная кофта в
брюки, заправим. И получится вот такой вот классный креативный образ. Что, ширинка растянута, ну и бывает. Вот образ. Осталось принять очень пафосную позу, и можно фоткаться. Иди и куй. Чемин, Майли Сайрус, просто Джиджи Хадид, здравствуйте. Вот что получилось. Если бы у них был ребенок, он выглядел бы так. Нет. Он не выглядел так. Что ж, оцените полученный образ по шкале от 1 до 10. И напишите ваше мнение в комментариях. Кстати, не забудьте про этот клевый лайфхак и попробуйте сделать себе что-то подобное. Если вдруг будете что-то подобное делать, обязательно отмечайте меня в Инстаграме, я буду выкладывать в истории. Потому что, если честно, все ваши подружки вам завидуют. А вы же хотите, чтобы ваши подружки вам завидовали? Если хотите, то вот, крафтовый лайфхак специально для вас. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. До новых встреч. Запомните эти ногти. Они больше не будут такими, какими были ранее. Фу! Фу! Ты такой мерзкий! Фу! Пипец, у меня ухо чешется. Ухо чешется. Сказала она и попала себе именно в этот момент в глаз.